В преддверии праздника весны Цыгансар целинный отдел культуры объявляет конкурс на лучшее благопожелание на калмыцком языке. Конкурс проходит до 10 февраля. Организаторы отмечают, что главная цель проекта – сохранение, развитие и пропаганда калмыцкой культуры, традиции и языка. Для участия необходимо записать видеоролик с благопожеланием и прислать его личным сообщением на официальный аккаунт организатора или по электронной почте. Участвовать могут все желающие как из республики, так и других регионов без возрастных ограничений. Подведение итогов состоится 11 февраля. Победитель будет определен путем наибольшего количества лайков. А самые яркие видеоролики будут включены в концертную онлайн-программу, посвященную национальному празднику Цыгансар.